Индустрия телекоммуникаций в России одна из самых развитых в мире. Помните, раньше, до пандемии коронавируса, президент частенько переходил на ручное управление страной. А сейчас глава государства прочно и основательно перешел на дистанционное управление страной. Точнее, даже так, на дистанционное ручное управление. Собственно, и президент теперь проводит совещание очень по-современному, онлайн. Сегодня на совещании по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи Владимир Владимирович в эту тему окунулся с головой. Этот новостной сюжет высветил в памяти эпизод из фильма «День выборов». Так, Максим здесь, музыканты подтягиваются. Я готов рассказать о цели нашей поездки. Через 5 минут собираемся на совещание в штабе. Саш, где? Ну, у меня в каюте. А, Саш, у тебя там штаб? Мы-то дураки думаем, там просто каюта, а там же штаб. Не то же самое сейчас и у нас. Мы, дураки, думали, что Путин прячется от коронавируса, а он, оказывается, IT-технологии осваивает.